встречи в формате выездных администраций проводят еженедельно. В этот раз со своими вопросами к представителям власти обратились жители Новых Химок. Так, на прием главе Дмитрию Волошину пришла инициативная группа жилого комплекса «Новогорск-парк». Ранее в их домах были перебои с водоснабжением. Это результат допущенной ошибки застройщиком при проектировании. Часть временных работ уже провели, установили насос с большей мощностью. 4 раза, поэтому у вас у всех появилась вода. И у нас есть техническое решение. 4, по сути, цистерны, значит, в сборе с насосной станцией. Это будет хранилище воды. На тот момент, когда будет большой водоразбор, значит, эта станция будет вам воду всю поднимать. И это, больше к этой проблеме не вернетесь никогда. Полностью устранить перебои с водой поможет модернизация всей системы, отметил на встрече глава Дмитрий Волошин. Так, в жилом комплексе построят отдельно водорегулирующий узел. Все работы планируют завершить уже в июле. Мы увидели, что администрация откликнулась на наш запрос по поводу нехватки воды в наших квартирах. Сейчас в квартирах вода есть. Встреча внушает оптимизм, и достаточно администрация открыта на наши запросы. Берут под контроль. На встрече жители задали и другие вопросы главе Химок. Дмитрий Волошин ответил на каждый. Итогами приема все остались довольны. У нас маленький микрорайон, который находится на удалении. Там, да, проблемы у застройщика возникли, и он обанкротился. Я надеюсь, что наша встреча принесет положительные результаты. Особенно удобно, отмечают жители, что встречи проходят во всех микрорайонах и в комфортное время для каждого. Выездная администрация длится более 4 часов. Формат востребован. Об этом говорят положительные отзывы химчан. Я лучезарный, потому что настолько хорошо отнеслись. Я начал говорить про хорошего замруководителя. Вот понравился, во-первых, вник в ситуацию, тут же дал задание. Представители власти, сотрудники профильных ведомств и коммунальных служб, депутаты. Здесь можно задать вопрос, который касается любой сферы. Количество жителей меняется, да, зависит от района, от накопившихся вопросов у жителей. Но вот с каждой последующей выездной администрации жителей становится меньше. 99,9% – это вопросы, которые мы даем разъяснение на месте. И жители это устраивает. Это уже 20-я выездная администрация с начала года. ЖКХ, благоустройство, транспортная доступность. В этот раз своевременные и, главное, оперативные ответы на вопросы получили более 50 жителей Химок. В связи с тем, что микрорайон Новые Химки у нас обеспечен транспортом на достаточно высоком уровне, то заявителей сегодня из Новых Химок не было. На выездную администрацию химчане приходят не только с волнующими вопросами, но и с предложениями по улучшению своей территории. Такая совместная работа населения и власти позволяет сделать городской округ еще лучше. Следующая встреча в таком формате состоится 30 мая в Левобережном. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.